Всем привет! Вы на канале Live Crypto, и в этом видеообзоре я хотел бы поговорить про такой проект, который называется MyTV Chain. И данный проект создает веб-платформу, которая будет позволять создавать свои каналы, ну, видеоканалы, видеоконтент и также монетизировать их. Конечно же, создание собственных каналов может относиться как к отдельно спортивным клубам, спортсменам непосредственно, либо к фанатам спорта. Что еще интересно, что здесь вы, в принципе, ну, повторить, что можно будет выбирать, естественно, спортивные категории. Это могут быть игровые виды спорта, либо, допустим, такие виды спорта, как допустим, мотоспорт и прочее. Ну, естественно, что здесь есть какие-то более популярные, более непопулярные виды спорта. Но суть вообще в том, что вы здесь можете создавать какие-то свои видеотрансляции, причем любые, это могут быть даже любительские турниры, ну и, собственно, размещать их на данной платформе. То есть, таким образом, вы можете быть создателем контента. И что самое главное, вы этот контент можете монетизировать, потому что платформа строится на блокчейне. И здесь достаточно простая действует, так скажем, математика, простая логика, что вы за просмотр, точнее за размещение контента получаете токены. А также пользователи, которые смотрят ваш контент, они получают токены вознаграждения. Ну а вы, соответственно, получаете вознаграждение в том виде, что если ваш канал действительно интересный, то, соответственно, вы можете получать какие-то дополнительные вознаграждения и так далее. Но, опять же, поскольку вы являетесь создателем контента. Все это будет происходить, как я говорил, на платформе MyTV Chain. И в принципе, здесь есть такое даже Create Your VIP TV. Соответственно, вы здесь нажимаете, выбираете страну, нажимаете, зарегистрируйтесь на данной платформе, ну и, соответственно, вы уже можете стать полноценным участником. Естественно, здесь будет проходить какая-то валидация, в том плане, что будут проекты отбираться, чтобы у вас не было какого-то негативного контента в ваших видео, ну и, соответственно, далее вы уже сможете здесь работать. Ну и получать, естественно, какую-то выгоду. Ну, соответственно, здесь выгода, опять же, здесь речь идет и о спортивных клубах, и о частных спортсменах, которые могут создавать свои каналы. Эти каналы, конечно же, могут привлекать спонсоров. Ну и, соответственно, в данном случае вы можете получать выгоду от того, что будете привлекать рекламу, размещать рекламу. Но, соответственно, пользователям будет интересно смотреть ваш канал, потому что, повторюсь, что за это они будут получать токены. Ну и, в принципе, здесь будет работать такая взаимовыгодная, можно так сказать, сотрудничество. Тут люди будут и получать контент, и зарабатывать на этом деньги. Ну и это выгодно будет и создателям контента, потому что они будут создавать достаточно интересные каналы, ну и, соответственно, эти каналы могут использоваться как рекламные каналы в итоге. Здесь указана схема, как это все будет работать, как непосредственно будет происходить распределение токенов и как, в принципе, будет взаимодействие идти на данной платформе. Ну, думаю, здесь все понятно. В технические детали мы углубляться не будем. Ну, как вы видите, здесь достаточно много есть и юзкейсов, и бизнес-моделей. Также здесь указана и маркетинговая стратегия. Что интересно, что, как видите, у них есть прототип, называется One Place to Be, и который уже привлекло 25 тысяч юзеров, которые уже 500 тысяч просмотров успели сделать. То есть, ну, проект достаточно свежий, но уже достаточно интересно все сделано. Ну, также здесь указана архитектура проекта. Как видите, хостится проект будет во Франции и
В Нидерландах хочется отметить, что будут разработаны мобильные версии данного проекта, то есть это будет не только веб-версия, но и также мобильные версии данного проекта. Что еще хочется сказать? У проекта идет ICO, как вы видите, сейчас идет активная стадия пресейла, даже приватного сейла. Посмотрим, когда там будут остальные стадии. Возможно, сейчас на сайте мы это увидим информацию. Да, и вот как раз-таки давайте посмотрим по поводу краудсейла. Как вы видите, это февраль 2019 года. Хардкэп проекта 35 миллионов. Максимальный supply 3,9 миллиарда токенов. Будет токен будет называться MyTV, и как видите, цена токена будет порядка 10 центов. Также allocation, как мы видим, команда берет себе совсем немного токенов, 5%, что на самом деле достаточно хороший показатель в том плане, что команда берет себе немного токенов, соответственно, она вполне заинтересована в развитии проекта, потому что мало количество токенов, соответственно, цена токена должна быть соответствующей. Вот на сайте представлена команда проекта, достаточно большая, и, как вы видите, есть необходимая информация. Конечно же, один из руководителей проекта и президент – это человек с опытом работы на телевидении. И, в принципе, тут, если посмотреть других участников, то все они имеют то или иное отношение к телевидению, к контенту, либо к спортивным организациям, к созданию спортивного контента. Поэтому, ну, здесь можно много найти интересных людей. И также есть партнеры проекта. Их можно, опять же, здесь найти. Вот, кстати, LaToken биржа выступает одним из партнеров проекта. Поэтому здесь тоже достаточно все неплохо. На этом все. Спасибо, что смотрели данное видео. Всем пока.